Здравствуйте! Порой поиск источника неприятного запаха в холодильнике превращается в квест с головоломками. Вроде и продукты все свежие, и полки вымыты, а холодильник невозможно открыть и не распространить при этом по всей кухне неприятное амбре. Оставить после себя такой след могут сильно пахнущие продукты, не закрытые крышкой, низкокачественная пластиковая тара или лекарства. Избавиться от проблемы поможет домашний поглотитель запаха. Самым эффективным средством оказался ароматизатор на основе активированного угля. Работает такое приспособление не хуже покупных новомодных поглотителей. Эффект почти моментальный и сохраняется надолго, даже успевает надоесть. Далее мы расскажем, как его сделать. Ароматизатор для холодильника. Вам понадобится неглубокая пластиковая емкость, свежая цитрусовая кожура, лучше лимонная, веточка можжевельника по желанию, таблетки активированного угля. Последний можно заменить древесным, если таковой найдется в ваших закромах. Если у вас не нашлось подходящей емкости, просто отрежьте часть пластиковой бутылки. Сделайте в мисочке несколько отверстий с помощью нагретого ножа или иглы. Поместите в емкость кожуру одного лимона и пластинку активированного угля. Поглотитель запаха с дезодорирующим эффектом готов. Для того, чтобы ароматизатор надолго сохранил свои свойства, накройте его крышкой или фольгой. Отправьте в холодильник и наслаждайтесь свежестью. Чтобы ваш холодильник дольше оставался свежим, при мойке воспользуйтесь одним из натуральных дезинфицирующих средств. Первый. Разведите уксус в воде в пропорции 1 к 1 и протрите раствором стенки холодильника. Смывать средство не нужно. Второй. В 1 литре воды разведите 1 столовую ложку нашатырного спирта и протрите холодильник изнутри. Третий. Также можно воспользоваться смесью лимонного сока с водкой в пропорции 1 к 10. Такой болтушкой не только протирают стенки холодильника, но и оставляют ее небольшое количество на несколько часов для устранения неприятного запаха. Если печь считается царицей дома, то холодильник имеет полное право называться царем. Согласитесь, тяжело представить себе кухню без этого незаменимого помощника. Следите и оберегайте незаменимую технику с помощью щадящих средств без химии. Проявляйте заботу о себе и будете здоровы!